Святой Евангелие, бабушка. Сергей! Если я верую, то я верю внутри себя, у себя в душе, правильно? Ну, вы веруете, я не знаю, вы верите в Евангелие, сказано, покайтесь и веруйте в Евангелие, а не в себя, а не в душу, покайтесь и веруйте в Евангелие, а не в себя. Нет, не надо веровать в Евангелие. Почему не надо веровать? Потому что надо веровать в Бога. А Бог, это не в Евангелие отбавило? Нет, это люди написали. Люди, ближе мы думаем, все это не писали. Здорово. По отношению к Богу. Не. Ладно, я не буду это с вами спорить. Вы посетите, здесь интернет может быть доступ. Туда я тоже не могу, пойду. Я вам не могу помочь. То, чтобы... Потому что вот это Евангелие, это люди. Не Бог. Ближе мы думаем, все это не Бог. А это вот еще и дьявол направлял. Дьявол направлял ту руку, которую писали Евангелие. Как это дьявол? Дьявол бессилен. Вот все. Крестное знамение, дьявол убежал. Слышь, что? Нет ничего, это не было дьявола. Да. Это Сын Божий там, вот, в подземелье. Ну. Сын Божий из подземелья всех праведников вывел на небо. И все. А кто руководитель там? Земель. Сын Божий. Сын Божий? А
пришло, Влад явился праведником из ада в рай. А там кто сидит? Там сатана со своими ангелами сидит. А чей он сын? Сатана? Да. Ничей, он создан Богом. Богом создан. Ну, сын он Божий. Же не Бог. Ну, сын Божий. Ну, здесь сын Божий, там сын Божий. Ну, правильно получается? Сын Божий как бы по плоти. А на самом деле Христос и Бог — это одно и то же. Большая. Нет, с другой стороны, посмотри. Как может Господь, кого-то, он же бесплотный дух, Господь не может никого родить, он может создать только этого, но воплотиться в человеке. Он создал, дам, сям, правильно? Нет, такого не написано в Писании. А ты головой-то думаешь? Ну как оно? Но я верю тому, что существует все в Евангелии написано. А написано, живи. Не буду чуть-чуть, но... А написано. Который Бог повелел. А кто сказал? Апостол Петр сказал. Апостол Петр сказал, умирать все будут. Да, да, он так и сказал. No. Все будут умереть, а потом суд. Так апостол Петр сказал. No. А мы готовы к страшному суду? А как жить он сказал? Сказал. Сказал. У него два послания написаны, как жить апостола Петра. No. Деяния, как он сказал, как жить надо. Так, чтобы другие приносили имя Божие, жить в чистоте, целомудрие, чтобы люди прославили Бога. Через наши добрые дела. Вот так апостол Петр учил жить. Понимаете? Интересно. Вот, вы можете почитать, когда подозреете вот это все. Да, подозреешь, не подозреешь. У меня какая-то позиция такая. Я понимаю так. Бог. Ну, вы понимаете, это вам там откуда вы взяли это. А я вам говорю то, что написано в Святой Евангелии. Жалко, желаешь Святой Евангелие взять? Ведь мальчик, он любит, желает знать истину. Христос. Мальчик жизнь читает. Я атеист. Вот так вот. Нет, дело в том, что он сам. Я атеист, говорю. Нет, Бог. Тоже атеист, да? Не понимаю. Не понимаю. У тебя в душе сухое, а не Бог. И чё? А не то. А ну, не этот сам. Невозможно служить Богу на море. Невозможно быть пьяницей и праведником. Выбирай, а запрещает убивать? Нет, не запрещает. Да что вы говорите? А вино давайте раздавать. Что его? На Евангелие раздаем, а ты будешь себя. Ну, церковное. Церковное вино. Что за тебя умер? Церковное вино. Какое-то церковное вино тебе стоять в коридоре. Соглашение. Года два запьяться на вино. Вино тебе. Ребят, а он сколько? Законным правом вы не можете даже право войти. А сколько вам платят? Что нам платят? А нам нисколько никто не платит. Мы это делаем во славу Божию. Бог любит тебя. Хочет, чтобы ты бросил питать, как я бросил. И меня любит, и его, и его. Учакайся. Когда я решу. Когда я решу. И сейчас, ныне день спасения. Когда ты никогда не решишь, где он тебе будет. Говорит, завтра и сдохнешь от язвы или как отец мой от рака желудка. Зачем тебе это надо? Когда я решу, Гусь. Поздно когда будет. Когда я решу. Боржоми, когда хочешь, подожди, стой, подожди. Да вот опять стой. Же. Опять же. Да ты когда я решу, равно. Мне Бог скажет, бросай пить. Я он тебе сейчас говорит, бросай сейчас. Через совесть вашу говорит вам, брось пить. Через совесть вашу вам внушает. А дьявол говорит, я завтра. Теперь ваша совесть вам подсказывает, что это нельзя делать. К одному парню подошел, он взял пачку с водкой. Ему совесть, да ты что? Тоже пропил его. Да ты что? Да ты что? Правда? Правда. Истинный крест у тебя. Правда. Ты не веришь в чудо. И ты сейчас будешь. А хотите, я вам расскажу про отца Антония. Который у нас был епископ. Ну зачем нам? У нас епископ был. Рассказывай. У меня этот самый. Подожди. Вот про душу я не сам ничего не говорю. Про отца Антония. Никита, не надо. Я говорю, все. Никита. Забыл водить.